Девушка говорит своему парню. У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Ну давай с хорошей. У меня 9 месяцев не будет месячных. Приходит молодой человек в аптеку. Мне, пожалуйста, один презерватив. Аптекарь спрашивает. Только один? Да, я сегодня к девушке на ужин иду. Немного подумав. Хотя у нее сестренка тоже ничего. Давайте два. Еще немного подумал. Вообще-то у нее и мама ничего. Давайте три. Вечером пришел к подруге и весь вечер просидел красный, как помидор. Ни одного слова не сказал. После ужина заходят к подруге в комнату. Подруга у него и спрашивает. Что с тобой сегодня? Ты молчишь весь вечер. Что-нибудь случилось? Да нет, я просто не знал, что твой папа аптекарем работает. Приходит жена с работы, а муж вещи собирает. Ты это куда? Во Францию. Зачем? Да там мужиков знаешь, как ценят. По 30 евро за раз платят. Ну, жена тут же начинает собирать свои вещи. А ты куда собираешься? Да вот, дорогой, хочу посмотреть, как ты будешь жить во Франции на 60 евро в месяц. Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха, Вовочка заметил. Мама, а ты понимаешь, что эта шуба – результат ужасных страданий бедного, несчастного животного? Мама посмотрела на Вовочку строго и говорит. Как ты можешь так говорить о родном отце? Блин, у меня жизнь как у носка. Никак не могу найти себе пару. А вот если и нахожу, то обязательно с большой дыркой. В семье Петровых практиковалось здоровое питание. Кто поздоровее, тот и ел. Девушка, а у вас есть парень? Нет. Как? У такой красивой и умной девушки нет парня? Да сдох он, сука, от счастья. Он назвал меня единственной и неповторимой. А что он сказал? Ты, сука, каких свет еще не видел? Ой, Маша, я вчера с мужем футбол смотрела. Да ты че? И кто с кем играл? Да я так и не поняла. Но судя по комментариям мужа, волки позорные с козлами кривоногими. Школьник нашел 1 000 000 баксов и сдал их в полицию. Рыдающая мать и ушедший в запой отец утверждают, что очень гордятся поступком сына.